Здравствуйте, с вами Поля. Сейчас я вам расскажу еще об одном конкурсе для художников-иллюстраторов и, как указано, для графических дизайнеров. В этом конкурсе вы можете поучаствовать бесплатно. Если тема конкурсов вам интересна, конкурсов, выставок, разных мероприятий, не забудьте подписаться на этот канал Поля. Я каждый месяц рассказываю о разных мероприятиях, которые проходят в мире, где можно поучаствовать. Иногда бесплатно, иногда платно. Можно заявить о себе, выиграть призы. Если мое видео для вас интересно и полезно, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите свой комментарий, что вы думаете по этому поводу. Как обычно, под видео находится ссылочка, по которой вы можете пройти, прочитать полные правила конкурса и заявить о себе. Я вам сейчас вкратце расскажу. Итак, это конкурс плакатных героев. Поучаствовать можно до 4 августа 2024 года. Организатор – ассоциация ПЛУГ, либо PLUG, может быть, как-то так. Нужно создать плакат, символизирующий цифровое равенство. Я не знаю, что подразумевает данная тема. Нужно, конечно, углубиться, почитать. Можно прислать до 3 плакатов вертикального формата, размер 70 на 100 сантиметров. Каждый плакат должен быть размером до 10 мегабайт, разрешение 150 точек на дюйм, принимают JPEG и PNG. Если на вашем плакате будет какой-то текст, указано, что должен быть на английском языке. Ну, указано, что будет 2 приза. Приз Favini 2500 евро и приз Time 1500 евро. Участие бесплатно в данном конкурсе и написано, что есть шанс принять участие в выставках, мероприятиях, в публикациях. То есть можно художнику или графическому дизайнеру заявить о себе и, в общем-то, продвинуть себя как автора плаката в разных СМИ. О себе могу сказать, что я еще не знаю, буду ли я участвовать. Я вообще к разным таким темам по поводу цифровизации отношусь настороженно. Но, может быть, здесь ничего такого как бы негативного не подразумевается. Я не знаю, не могу вам сказать. Я вам просто рассказываю информацию о данном конкурсе. То есть, кто захочет участвовать и углубиться, тот сможет прочитать полные правила и понять, для чего этот конкурс создан, с какой целью вообще требуются эти плакаты. Пишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете о цифровом равенстве, будете ли вы участвовать в данном конкурсе. Благодарю всех за просмотр. С вами была Поля. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, нажимайте колокольчик, ставьте лайки. Всем пока!